Так, МКСик. Так я увлекся фотосъемкой кометы. А тут летит МКС. Ну ладно, уделю ему пару, тройку минут. Почему нет? Стоит фотоаппарат, ждем, пока улетит МКС. Ага, не улетит. Так, все не трогаю. О! Полетел, красавец. Ну такое, да. Еле верю, душа в теле, видно, что. Ой-ой. Сегодня вечер 19-го. Да, тоже. Ты что ж такое, комаров я что ли наелся? Лады, где там у нас Юпитер уже снимем с Сатурном в этот же кадр. Других достопримечательностей пока нет. Комету видно уже очень слабенько. На фотографиях там с длинной выдержкой еще как-то получается ее зафиксировать. Так, сейчас хоть время посмотрю. То я совсем потерялся тут уже с этими кометами на УАЗ. 22.15 по Киеву, 19 июля 2020 год, Харьков, воскресенье, красота. Совсем скоро на работу. Так, справа это у нас Ганимед. Потом идет его спутник, потом Юпитер, потом Европа и Каллисто. Очень чистое, хорошее небо. Весь день было облачно, и буквально час назад еще первые облака такие были, не оставляющие надежды. Я уже собирался спать перед сменой, когда выглянул меня, дернул меня черт выглянуть в окно, и я увидел, что облака-то disappear. Нужно идти и снимать. Так что выспимся где-нибудь в гробу. А пока поснимаем. Смотри, малипусенькая. О, о, о. Все, оставил, отошел. Штиль полный. Небо чистенькое. Это Ганимед, как я уже и говорил. Да, сейчас вот он сейчас ползет по небосводу. Так как Земля вращается. Ио и Юпитер, красавец. Да, ну кометы, я вам скажу, не видно уже практически совсем. То есть хвоста там уже не видать. Я смотрел этот график яркости, он все меньше и меньше становится. По ковшу ручка большой медведицы вниз идет. Сейчас 19 числа просто внизу. Абсолютно четко по этой линии. Но мама дорогая, я без оптики этого не увидел. Ну то есть оптики какой? Без высокой большой выдержки. Оп. Настолько оно уже не ярко, не явно. Первый раз я эту комету увидел просто, когда ехал снимать парад планет.
и увидел просто визуально расколотое небо. А сейчас уже на видео я даже, наверное, и пытаться снимать не буду. Так, это Юпитер. А то я что-то показываю одно, рассказываю о другом. Сатурн у нас 1 345 000 000 километров сейчас от нас. Юпитер 619 000 000 километров. Ты посмотри, как назад возвращается штатив, какой-то инерционный. Ищем резкость, не находим и уходим. Ну, сейчас попробую максимально это увеличение. Вот максимально я все отошел. Красотень. Ладно, МКС, Юпитер, спутники, Сатурн, кольца. К сожалению, это пока все. Может быть, пойду сейчас часик передремаю. Да. Утречком еще восход поснимаю. Так, ну что, ну вон комета. Сейчас я на нее буду наводиться, но вы можете идти домой спать. То есть вы уже по дома. Потому что ну, никаких шансов увидеть я не вижу. Очень она стала тускленько. Не, наверное, я сделаю сейчас так. Я следующий дубль начну с кометы, наведусь на нее. Уж будет она видна, не будет. Но начнем мы с нее снимать. А потом уже все остальное. Ладно, не буду сейчас экспериментировать. А, вон же эти две звездочки, которые только что были в кадре. В окуляр не хорошо видно. А комета совсем рядом с ними. Ты представляешь, ну ее даже в окуляр не видно. Звездочки видно. Вот две звезды. Вот.